Ребят, сижу, монтирую видео. Вчера купила гранаты. Повернулась и обалдела. Она стащила с пакета, вон пакет на полу, и схавала его. Ты фруктоед, что ли, как я? Это что такое? Она фрукты обожает больше, чем мясо, чем я не знаю что. Только ей фрукты подавай. Вот сколько. И помидоры вчера у меня стащила. Огурцы обожает. Яблоки обожает. Все обожает. Но ест ей плохо не становится. Все нормально, ребят. Все нормально. И авокадо ест, тоже плохо не становится. Ну я в шоке просто. Это что такое? А кто собирать этот мусор будет, а? Так, ты яблоки теперь... Ты теперь за яблоки взялась? Теперь яблоки хочешь у меня стащить? А что я буду кушать, скажи, по-двоему, если ты мне яблоки все стащишь? Ребят, сидим мы с Милой, монтируем видос. Обнимашки с Милехой, только не облизывай. Короче, она съедает все мои яблоки, помидоры, огурцы, которые я ем. Все у меня ворует. И убегает. Она так мясо не ест, как ест мои фрукты. Ну, в смысле, помидоры, огурцы я тоже отношу к плодам. Ты мой пончик, пирожочек. Фруктоедка ты наша, да? Да. Вкусная моя девочка. Вкусная Милёха. Просто чудо. А не собака. Вот смотрите, дала ей огурец. Я говорю, мясо даже покупать не надо. Сейчас, сейчас, она найдет к нему подход, подождите. Огурцы мы обожаем, скажет. Вот когда она ко мне только попала, ничего не ела. Вообще, ну такая была привередливая в еде. Ну такая, ну и это есть не буду, и то есть не буду. А сейчас что? Натуралку обожает. Огурцы, помидоры, гранаты, яблоки, авокады. Короче, обожает все. Ну, я слышала, ребята, вы мне писали, авокадо нельзя, будет плохо. Ничего и плохо не становится вообще. Вообще, все прям чики-пики. Ну что, Мила, ты скажешь? Огурцы вкусные. Обязательно есть на белой подушке, да? По-другому огурцы кушать нельзя, да? Ты же не кормят. Только огурцы остается мне есть. У меня ни одна собака как-то не делает. Что с тобой случилось, скажи? А? Ой, огурцом как запахло. Как запахло. Это что такое? Посмотри, что эта зверина сделала. Где? Стащила с пакета гранату. Захавала. Там огурец дала, она его не доела. У нее тут выходит сукровица. Вот, прям много вытекло сейчас. Вот, на пальце, да? То есть, вот так, если даже чуть надавить, она еще выходит. Ну, я как бы не надавливала, она вытекала. Это нормально? Нам приехать или что? То есть, там понатекло. Это только сегодня я обнаружила. И побежала. Грушу ест. А есть еще? Мила любит грушу. Мила ест все фрукты у меня, я смотрю. Красотка, а? Ну что, я новую лежанку кошкину вскрыла. Герда ее улеглась. Вот упаковка. Арес, да, улегся. Ну не жизнь, а сказка. Не зря он хочет убежать постоянно. Пусть испугалась Милы. Мила тут бегает. Ну ложись уже, ложись. Арес, тебя покачать? Давай покачаем тебя. Ой, ти, боже мой. Ой, ти, ой, ти. Ой, Арес ищет мам пап. Посмотрите, какой красавчик. Ну, сейчас будет весь извиваться. Только возьмите, возьмите. Короче, смотрите, сколько собак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Персик. Там еще было, помимо персика. Вон, Пуськина, Бельчик. Рода. Короче, я написала врачу, в докторскую мы не поедем туда. Сейчас возьму ножнички, два шва нужно отрезать, чтобы и сукровицу выжать ей. И купить мочегонный препарат, она сказала. В аптеку съездить надо. Съездишь. Я? Ладно. Ну давай съездим. А ты видишь, тут байда такая. Стой, поналипла. Да ё-моё, меня собаки окружили. Да! Иди сюда. Бери. Сюда, сюда, сюда. Давай я всех спрячу собак, а то они меня теперь окружают. Давай, включай и спрячь. Так, вот мы держим. Вот, сейчас будем снимать шов, пару шов, как нам сказали. В общем, все, перекись, все есть, чемиспрей. Все, сняла я два шва. Ну, как она сказала, что должно пойти сукровица. Фиг идет она. Но не за 8 дней не должна быть. Мы вышли на травку. Вон, видите, у нее течет. Стой, течет сукровица. Как нам врач сказал, там много скопилось. Вон, видите, все течет. Короче, она сейчас будет вытекать. Вот это все, вот этот мешок весь. И потом отек вообще полностью сойдет и все. Просто хочу, чтобы она на траве вытекла. Таблетки еще надо купить. Куда? Пусть она какин сделает. А вот тут какин делает. Лисичка, ну как ты?
Да она, походу, с утра сделала, то есть, и все. Ну да, ест она немного. Ой, и та пищенька кинжин. Ну, отпусти, пусть бежит. Побежали. Отойди, отойди. Все. И та за ней, и та за ней. Ребят, лисичку выгуляла, она пописюкала. Сперва не хотела, я говорю, нет. Ну, короче, она села, пописила. Теперь я ее кормлю. Ну, каждый вечер одно и то же кормлю. Ну, уже небо и земля по сравнению с тем, что было и что как есть, да? Она там приучается, там туда-сюда. То есть она становится ручнее. Там натуралка, потому что я внедряю понемногу, да. Это я опять выронила, звезда моя. Так и кусаку бы мы приучили. Это копия кусака. Так бы и кусаку приучили. А тут видите, как получается, да? Сейчас еще дам упаковку, подожди. Она бывает вот так ест, потом больше не хочет. Короче, ребят, она отыгрывается на том, что она столько дней не ела. Уже третья упаковка. Хотя раньше одну съест и такая, все, не-не, я не ем, нет. А теперь одну сыплю, вторую, она все жирает. Ты что не доела? Ты меня понимаешь, что ли? Ешь, ешь. Я тебе еще одну готовлю открыть. Вот такую кошачью вкусную. Тут он. Кузя пришел и говорит, так, ты че со мной не делишься? А ты че? Со мной ты мне дань, что ли, не платишь, что ли, а? Он говорит, я не знала, что тебе дань надо платить. Мне все платят дань, я тут главный король. Кузьма гроза всех кошек. Альфи говорит, да-да, я поэтому наверх залез от него. Вот именно, меня надо бояться. А ты чё наверх не залез, лисичка? Лисичка говорит, а я пока кусю. Гайна, быстрей. Гайна, отвлекай Кузьму. Кузьма такой, всё, куда отвлекай? Кого отвлекай? Сейчас я порешаю, пойду всех. Альфи говорит, да когда ж моя порция будет? Можно мне слезть, Кузьма Дмитриевич? Вот так, ой, убежим. Так, походу все расслабляются. Так, все расслабляются. Это кто? Сзади кто-то расслабился? Альфи, нет, это не я. Я побежал вниз, я холоп, все, я побежал вниз. Так, значит, что-то от меня скрывают. Арс, беги. Так, надо ходить кругами, чтобы все наблюдать, все видеть. У него буква С. Видите? Буква С у Кузьмы. Так. Кто это тут у нас? Арес, а ну иди сюда. Арес такой дурачок этот ходит опять, ничего не понимает. Это ты меня дурачком? Ой, облизываюсь, меня дурачком назвали. Ну что ты не доела? Тебе новую порцию не наливать, не насыпать? Да? Все, накушалась. Пузики наши наела. Скоро на поводке будешь ходить. По-другому никак. А то упирается и не ходит. Арес такой подходит, такой, чё? Так, идите отсюда, Кузьма Дмитриевич, сейчас я всё порешаю. Так, чё это у нас тут? Ванная здесь, ага. Вы меня будете кормить сегодня или нет, я не понял. Давайте корми меня, Галина Михайловна. Или наверх пойти, что ли? Или ещё что есть? Не дам. Я теперь её дразню. Ладно, дам, на. Ну не хочет она. Посмотри, как она уже наблюдает, кто тут, что тут. Арес такой, так, мне. Ты что, плачешь, что ли? У нее слезка. А, это не слезка, это как кокошулька. Кокошулька, потому что ты ешь термичку. Вот натуралку бы ела, никаких бы кокошулек на глазах тебе не было. Видите, как Кузя ест. Вот как-то так, но никак иначе. Кушай, кушай. Хозе. Вот, смотри, какая вкуснотища. Ой, ну не притворяйся. Вон она сколько съела. Вон. Теперь притворяется, что больше не хочет. Все, ты серьезно? Вот наелась звезда Акакевна. А ты что? Кузьма, давай ешь. Нет, пусть пописит покакает. Она вчера тоже не хотела. Она каждый день вот тут, я туда делал, чтобы она прошла и захотела, понимаешь? Я сейчас сюда поставила, а она бы туда пошла. Все, то я туда ставила. А тут она какать, если будет, хочет, вот туда пойдет. Бедненькая, смотри, какая. Если чуть дальше, она просто в ту сторону идет. Да ладно, Миш, серьезно? Не, она просто стоит, значит, не хочет. Просто сидит. Что, отпускать ее? Ну-ка, дойди. Пошли, дай, я отпущу, посмотрю, что будет. Что будет, побежит? Я сейчас еще если под лестницу побежит, лучше просто в домик. Ну в домик уже. Да пусть выходит. Надо еще не ладно. Смотри, побежала. У меня уже ноги трясутся, видишь, задние? Она от страха трясется. Ну все, отойди, пускай она сейчас
Пойдет, отойди не в ту сторону, Гая. Мне нужно уколоть собаку. Моя куколка. Давай мы тебе укольчик сделаем, давай. Ты всегда такая терпеливая, да? Опа. Терпи только по-братски. Давай еще. Сегодня и завтра, и больше уколов делать не будем. Завтра и все. 10 дней, ура, закончены, молодец. Никогда не плачет при уколах. Пуськина Герда Пищенкакин. Блин, пуська уже не выходила. Пищенкакин. За твоего голоса выскочила. Пищенкакин, пошли. Пойдем. А я вижу, видишь, он подхудел чуть-чуть. Так, дай посмотрю, у него вроде там чуть подспал. А, ей таблетку надо дать. Да, ласка, стой. Ну да, она здесь загипсовалась. Так, друзья, делим мы таблетку для нашей Молли. Ну, она стала получше, так что мы продолжаем. Это всегда очень длинный и бесячий процесс для меня. Ну, один день делаю, 5 дней кайфую, не делаю, так сказать. То есть из капсулы мы высыпаем белый порошок. Угу. Вот. Потом это делим на 5 частей. На глаз я делю. И по вот этим разделяю. Лучик, не заходи. Дедушка здесь упал. Сейчас приедет, я уже вызвала. Там скорость не останавливается. Пипец.